Всем привет! Давайте сегодня приготовим милое безе на День Святого Валентина. Ссылку на рецепт я укажу под видео. Ставим лайк и поехали! Начинаю с крылышек. Насадкой маленькой розы, срез 1 см, делаю галочку. И сверху наподобие оборки. Будет похоже на перья. Затем круглой трубочкой, срез 12 мм, делаем тело котика. Чтобы сделать ушки, берем синтетическую влажную кисть, только сильно ее не мочим. Периодически промакиваем об бумажное полотенце. Кисточкой формируем ушки. Лишнее можно подправить. Лапки делаю маленькой насадкой. Срез 5 мм. Этот котик будет держать любовное послание. Конвертик также делаем насадкой роза. И добавим лапки. Из посыпок конфетти возьмем маленькое сердечко для конверта и круглые для щечек. Теперь добавим хвостик и обычным корнетиком нарисуем полоски. Когда безе просохнет, мы нарисуем ему глазки, и он станет похож на всем известного котика Пушину. Второй котик будет немного отличаться, и вместо конвертика он будет держать сердечко, которое мы сделаем тоже из безе. Еще один котик будет с большим сердечком, который я сделаю также из корнетика, просто увеличив срез. Следующие безе будут в виде милых авокадо. Мякоть делаю насадкой 12 мм. Не забываем подправлять. Косточку делаю насадкой поменьше. У меня это 10 мм. Кожицу можно сделать корнетиком, либо насадкой, у меня это 5 мм. Другому авокадо я добавлю ручки и ножки.
Глазки можно сделать из воздушного риса. Бусины совсем не жесткие. Добавлю сердечко. И из сердечек сделаю бантик. Теперь ставлю сушить безе при минимальной температуре 70 градусов. Сушу в газовой духовке с приоткрытой дверцей. Безе высохло, и сейчас добавлю немного деталей. Сухим жирорастворимым красителем, у меня коричневая фирма Роха, я тонирую косточку и слегка тонирую кондурином серебро для придания косточке блеска. Затем белым красителем я сделаю блики на косточке. Коричневым красителем рисую ротик, добавляю в глазки галочки и розовым кондурином можно добавить щечки. Теперь черным красителем добавляю котикам глазки, рот и усы. Они получились такие милые. Буду рада, если идея будет вам полезна. Подписывайтесь, впереди очень много интересного. Всем пока, до скорых встреч!